Ученица второго класса Воронина Адель. Валентина Зеленская. Ребенок и война. В землянке тихо. Тень свечой застыла. В углу малыш под ветошью лежал. Вчера фашисты, чтоб им пусто было, опять бомбили город и вокзал. Ребенок был худой, не мыт, не стрижен, от голода и страха чуть живой. За что он так наказан? Кем обижен? Кому обязан страшную ценой? Та ночь была вполне подобна аду. Горели крыши, рушились фасады, лежали груды стекол на песке, качала землю взрывами снарядов, и воздух глох от гула канонады, и жизнь висела, как на волоске. Малыш дрожал, и каждое мгновение произносил испуганно слова и гласил, не веря в спасение: «Мамуся, мама, ты жива, жива!» О, Боже правый, Боже милосердный, спаси, сохрани, помилуй Бог, шептала мать под гробом неимоверно, касаясь лбом оземленной породы. Прижав к груди измученное тело, уже почти безумие полна, сквозь слезы повторяла то и дело: «Сыночек, скоро кончится война».